Структура инвестфонда «Сигнет Инвестиции» закрыла сделку по покупке крупнейшего в Забайкалье собственника сельхозземель племзавода «Комсомолец», выкупив у братьев Нагелей 100% акций. Об этом сообщил «Коммерсант». Земельный банк агрохолдинга «Комсомолец» составляет около 190 тысяч гектаров. В последнее время этот производитель был убыточен, но интерес к нему со стороны инвестора объясняется большой долей экспортных поставок в Китай. Эксперты не исключают, что новый владелец актива начнет с переработки рапсового масла, спрос на которое в КНР растет ежегодно. Отметим, что в «Сигнет Инвестиции» отказались уточнять сумму сделки. Между тем, «Комсомолец» – один из крупных агрохолдингов в Забайкальском крае. Агрохолдинг управляет сельхозземлями в Краснокаменском, Приоргунском, Сретенском, Улетовском и Чернышевском районах региона. «Сигнет Инвестиции» принадлежат Павлу Полухину, однако на рынке считается, что бизнесмен действует в интересах экс-банкира Глеба Фетисова.